Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Так, что-то вот так повиси пока, маленький братюнь. Короче говоря, мы продолжаем проходить Uncharted, первую часть Дрейк Фотча. Мы не играли в нее уже порядка, наверное, чуть ли не месяц. С момента последней записи прошло очень много времени, потом вышел Cry of Fear, и я был вынужден переключиться на него, потому что для меня эта игра очень важна была. Суть в том, что я вообще не помню, как играть в эту игру, я вообще не помню управление, не помню ничего. И при этом игра крайне сложная. И кроме того, у меня сейчас такой случай, короче. На правую руку уронил тяжесть, у меня правая рука опухла, ладонь как шарик, и геймпад держать неудобно, временами больно. Но это не сильно мешает, но я и так, в принципе, нехорошо, не особо хорошо играю. А теперь еще и целиться мне тяжело из-за этого. Из-за того, что хват такой у меня неудобный. И сразу же начинается битва. Так, как что делать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нормальное начало. Как вы помните, в последний раз я начинал где-то вон там. Это я успел пропрыгать до того, как начал серию. Дело в том, что я настолько все забыл, что забыл включить запись. Вот что самое печальное. Так, вот этой кнопкой целится. Блин, ты как выжил? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, тихо-тихо-тихо. Вспоминаем. Вспоминаем. Ты что, живой, что ли? Ну, как так? Так, ладно, что со здоровьем? Вообще плохо. Да успокойтесь вы, да что ж такое? Я думаю, я тут много раз буду умирать, потому что эта игра самая сложная в серии. Вообще один из самых шутеров сложных на PlayStation 3. С непривычки тут будет довольно-таки тяжело осваиваться. Так, она не взорвется на меня? Ой, как неудобно. Совсем отлично. А, откуда ты взялся там? Оп. Тихо. Он там на ловушку нарвался. Вы пропустили где-то 5 минут геймплея, пока я не включил запись. За это время я нашел ловушки на полу, которые, ну, банально пришпандоривают тебя или врага к стене, если что. Как вы видите, в данном случае человек попытался меня обойти, но в итоге он насадил на эти страшные ловушки, короче говоря. Уф, совсем отвык, это же просто какой-то кошмар. Но я рад вернуться в эту игру, я ее обожаю. Она очень крутая. Так. Нам нужно спасать Елену. Елена, да блин, вашу мать. Ты посмотри, да сколько их вылезло. Ну вот как вот мне с ними сейчас справляться? Меня убьют? Просто убьют. Блин, он живой что ли? Я же ему в голову попал. Тихо. Так, давай, братья, вылезай. Сейчас опять обойдет меня, смотри. Ой-ой-ой. Блин, ну вот сейчас вот я не смог прицелиться, потому что мне моя шарообразная рука помешала ладонь. Там, короче говоря, самый заботливый, как обычно, начнут спрашивать. Ничего страшного, просто опухоль спадет. Денька через три. Просто синяк ушиб. Уронил тяжесть на руку. Так. Оп! 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 И по яйкам. Хорошо. Так, ладно. Блин, давайте мы лучше. Нет, давайте лучше калаш возьмем. У него, конечно, не очень много патронов, но он все равно будет более предпочтителен. Да. О! Обстоятельствах. Так, ладно. По крайней мере, вроде как засчиталось то, что я всех этих врагов убил. Я думаю, я сейчас опять буду бегать и с ним воевать. Перестрелки тут, в принципе, неплохие, но они такие надоедливые ввиду своей сложности. Причем сложность здесь не такая, как, скажем, в Demon's Souls или Dark Souls, когда там сложность зависит от того, как ты играешь. А здесь тупо на тебя накидывают такие волны врагов, что вообще ничего не можешь сделать. Так, тихо. Оп. Сюрприз. Ох ты, как там пришибло-то. Так, еще парочку. Ох, меня сейчас убьют. Вот видите, я за укрытием, но меня сейчас все равно будет. О, бой. Ой-ой-ой-ой.
Так, ладно. Давай, давай. Блин. Где моя дурмашина? Хрен с вами. Убил, нет? Бляха, муха. Да падай ты, мать твою, за ногу. Ну оттуда-то откуда? Как ты взялся-то там? Обходит скоты со всех сторон. Да, вылазь. Да дохни ты, мать твою, да что с тобой не так? Фу, это было не очень просто. Как и все в этой игре, здесь просто не бывает. Так, осторожно, не нарваться на ловушку. Блин, как я соскучился по этой игре, она же офигительная вообще. Еще ловушка. Хорошо, 4 патрона, давайте-ка мы пока ПМ возьмем. Блин, еще бегут, смотри. Это просто что-то невероятное. Минус один. Второй, хорошо в голову попадать. Еще у меня постоянно это получалось. Ух ты, смотри. Я что-то себя радую сегодня. Вот единственная проблема, то что экшена слишком много. Ну, вы видите, да, они просто натурально волнами выскакивают и выскакивают, выскакивают и выскакивают. Это... слишком, по-моему, перебор уже. То есть к концу игры складывается ощущение, что ты воюешь не с какими-то гопниками, с мелкой бандой, а натурально там с международным синдикатом, типа, я не знаю, как там это называется, Los Zetas, мексиканский картель, у которого просто там десятки тысяч подчиненных. Блин, игра вышла 5 лет назад. И вот эти вот всякие блики, тени. Во многих играх в современных такого нет. Офигеть. Так, открытые поляны. Я не люблю большие открытые пространства, потому что они, как правило, означают, что сейчас придется много воевать. Странного цвета какого-то крепость. Так, надо спасать Елену. Да вы, говорит, издевайтесь надо мной. Пятая глава. Крепость. Так, а мне можно как-нибудь посмотреть? Камеру верните, пожалуйста, в привычное состояние, чтобы я мог повертеть ее. Нет, не дают. Ну, полезли. Я думаю, я тут умру несколько раз. Я не буду, конечно, себя программировать на такой печальный исход, но мне так кажется. Потому что в этой игре все довольно-таки еще было не продумано. Все-таки первая часть. Вторую вот они уже вырезали капитально. Так. Блин, вот с этим у меня проблемы вечные. Так. И давай. Ой, молодца. Так, глаза, говорит, вперед. Вниз не смотри. Тихо, аккуратно. Оп. Лично. Так, я смогу, интересно, как-нибудь... Блин, он даже не целится туда. Блин, я специально шили так камеру делал, чтобы голова закружилась. Так, еще раз качаемся. Пошел. Оп, давай. Братья, молодца. Фу, так, хорошо. Так, давай сюда. Давай. Молодца. Блин, это довольно-таки страшно. Ну, слава тебе, Господи, говорит. Вообще приятно после такой страшной игры, как Cryofear, вернуться во что-то такое доброе, светлое. Ну, как доброе, мы уже убили человек 15, наверное, за последнее время. Но, по крайней мере, здесь нас не пугают. Это прекрасно, по-моему. Так, ну что, Нейт, пойдем. Старая крепость. Еще вон пушки стоят. А нет, это не пушка, мне показалось. Так, ладно, куда идти? Явно не сюда. А, вот сюда. Да, это я помню. Смотри-ка, я всю игру не помню, а вот такие моменты... Блин, да вы, говорит, издеваетесь. Вы не можете быть серьезным насчет этого. Хорошо. Прорвемся. Я что, говорит, не тут только что был, что ли? Так.
Раз. Да мне, я думаю, хватит, да? Оп. Оп, 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 давай, давай. Ой, блин. Пиар Грилсом завидовался бы. О, хорошо. Так. Кто-то в сети. Я даже не вижу, кто. Да ладно. Так, давай, братюнь. Так, в раскачку. Ой, давай, молодца. Ой, блин. Это насколько сильные должны быть пальцы? Это же офигеть вообще. Молодца. Батя говорит, молодца. Так, я наверх не смогу, наверное, запрыгнуть. Нужно, говорит, вломиться через это окно. Ладно, говорит, выдержит меня. Молодца, Дрейк. Так, все сбоя как целится. Так, гранаты. Микроузи вместо ПМа. Ой, не знаю, нужен ли он мне. Давайте попробуем. Микроузи, это, конечно, хорошо. Но ПМ он как-то поспокойнее. Меньше расход патронов. Пусть будет, ладно. Так, тихо. Ой-ой-ой, как меня начали. Ой-ой-ой. Да дохни ты, мать твою, блин, меня сейчас убьют. Ой, блин, вы видели, да, я был за укрытием. За укрытием даже убивает, им пофигу совершенно. Ладно, теперь-то я знаю, что они тут. Так что у нас в этот раз все получится, я думаю. Моментально светили, увидели? Стоило замешкаться. Ой, ну ладно, хрен с ним. Один полетел в космос. Да дохни ты, ну что ты. Играл, кстати, довольно-таки плотно. Успел поиграть позавчера, по-моему, в Uncharted Golden Abyss на PlayStation Vita. Ну что по ней я могу сказать? Ну, сразу чувствуется, что все-таки игру делали не Naughty Dog. Несмотря на то, что в целом все довольно неплохо, но тех денег, которых просят за эту игру, она, по-моему, все-таки не стоит. Графика там, кстати говоря, уже вплотную приблизилась к уровню, вот, скажем, первой игры. Блин, да откуда ты там стреляешь? То есть, представьте, вот так графику такого уровня на портативном устройстве, это, по-моему, удивительно. В остальном же, ну, это все-таки совершенно другого рода игра, гораздо менее интересная. Для проекта, который приурочен к запуску консоли, все-таки, конечно, неплохо, но как полноценную часть Uncharted я бы вам ее не советовал воспринимать, потому что иначе вы разочаруетесь тупо во всей серии, если будете судить по ней, о ней по данной игре. Так, ладно, ты будешь вылезать, нет? Я хочу ломать тебя. Но, блин, если я туда вылезу, то меня просто убьют. Давай, брателло, вылазь. Хапнул в рожу. Хорошо. Ты мой, говорит. Ты мой. Он умер, что ли? Какой слабый попался. Так, ладно. Как там перезаряжать? Нет, не это. Окей. Так, ты где, брателло? Вот и ты. Шайбу высунул. Да харе ты уже, но. Да что ж ты, блин, так неудобно целиться-то, а? Только вроде найду удобное такое место, откуда я точно смогу его убить. И тут рука начинает мешать. Что за день такой? Блин, еще один наверху. Да сколько у вас там? Как я и говорил, в игре слишком много экшена. Слишком много. Ну да ладно. В остальном она просто
идеально, по-моему. Но... Ой, блин, ну как только убрал, так он вылез. Как специально, а как чувствует. Да, вылазь. Давай. Кстати, посмотрите, как хорошо сделана модель Калашникова, да? Пока есть возможность. Да, блин, он запарил уже натурально. Скотина. Оп! Добрый день! Тук-тук-тук! И по яйкам. Ладно, лучше ПМ возьмем. Он все-таки мне больше нравится, чем микроузи. Хорошо. Блин, посмотрите, какой вид, да? Офигенно. Хотя, конечно, вот плата захвата, через которую я, собственно, снимаю видео с PlayStation 3, она не самая качественная, надо сказать. И довольно сильно режет цвета, цветовую гамму. Поэтому выглядит все не настолько красиво, как вот сейчас вижу я, вы при записи всех красот не увидите. Хотя все равно картинка даже после записи остается довольно-таки приятной. И уродует ее запись не сильно. Так, что там по времени-то у нас? Еще минут 10 можно отснимать? Отснимать будем ее полностью. Так, микроузи, но мы его не возьмем. Хорошо. Старый клип. Довольно-таки красиво. Мне тут, видимо, спрыгивать нужно. Хорошо. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь наверняка нычка какая-нибудь просто. Подожди, а я тут не был, что ли? Я же отсюда вот через окно зашел, и потом вот сюда пробежал. И вот тут вот я нашел... Да, я тут был. Просто, видимо, это либо взрывом, либо чем вынесло по новой эту дверь. Блин, я после Dark Souls уже на автомате нажимаю кружок, чтобы быстрее бежать. Тихо. Что-то я неудачно как-то зашел. Где ты? Я его не вижу. Ой, там из чего садит такого вообще? Ладно, давайте микроузи возьмем. Там что-то совсем крупные калибры пошли какие-то. О, бляха-муха. Хорошо. Нет, все-таки лучше это. Так. О, офигенно. Тихо. Да что ж ты не дохнешь, ты мать твою за ногу. Так, да из чего там сайт? Это пулемет, что ли, я не понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой, бежим. Бляха-муха. Чуть прям на нее не наступил. А, так. Блин, да откуда вы все стреляете? Да дохни ты, мать твою, заново. Так, по-моему, пора Мосберг взять. Три патрона это несерьезно. Ну тут, судя по всему, пулемет, да? Да-да. Так, минус один. А с тобой, я думаю, придется разбираться с помощью вот этого. Да твою мать! Да, Мосберг, конечно, в таких расстояниях не самое лучшее приспособление. Но ничего, справимся. Отлично, пулемет наш. То есть не наш, я пока не собираюсь к нему идти. Ну, то есть вы поняли, о чем я говорю. Так, ладно. Есть? По-моему, должен быть. Вроде как двое стреляли.
Ой, сплошной экшен, сплошной экшен. Красивая, между тем, крепость, да? Офигенно. Вот ее отреставрировать, блин, я бы по ней, конечно, с экскурсией с удовольствием прогулялся. Так, у нас на микроузе 5 патронов, то есть смысла в нем особого нет. Поэтому давайте мы лучше это возьмем. Так, ну стрелять вроде как не в кого. Но офигенная, да? Согласитесь, пушка. Ладно. Жаль, что мне ее раньше не дали. Вот эта встреча. Они оба не ожидали, похоже. Оп! И в яйки. Хорошо. Так. Ладно. Так, сюда мы не войдем, похоже, что ли? А куда мне идти тогда? Блин, как я соскучился по этой игре. Это просто невероятное что-то. А, вот по лестнице подъем, похоже. Так, там никто не идет, чтобы я сразу побежал вниз. Спускаться. Так, Елена, где ты тут? Ёлы-палы. Мы уже всю церковь... Ой, церковь, говорю. Всю, короче, избегали. Тут крепость. А тебя все нет. Нашла тоже, куда приземлиться. Ох, блин, какие места. Так, тут у нас... Да, вот ее. Так, ее тут нет. Это или очень хорошо, или очень плохо. Я бы сказал, хорошо, по крайней мере, тут нет ее трупа. Так, давай. Давай, давай, давай. Лена, what the hell she doing? Алло? Бука Пинту! От балды вообще. А, черт. Сиелло! Чепатан, Бука Пинту! Не проканало, похоже. Сработало, говорит. Вон он, наверху. Садитесь, говорит, за пушку. Твою дивизию, говорит. Балды что-то натараторил там. Так, меня сейчас убьют. Надо валить. Так, это все хорошо, конечно, но... О, твою мать. Тяжелая артиллерия пошла. Так, я могу как-нибудь побезопаснее спуститься, потому что меня сейчас убьют просто кидрень фени. Ну вот тут у нас вроде как обход, да? Давайте-ка мы вот тут их подождем. Блин, ладно. Отлично. Нам даже дали приз. Хорошо. Бика пунту сморозил. Ой, патроны кончились. Да дохни ты, мать твою, за ног. Сколько их там еще? Еще бежит. Я видел тень. Патроны вообще на нуле. Так, хорошо. Живем. Блин, конечно, я в не очень хорошем положении. Меня со всех сторон сейчас убивать могут. Это печально.
Отлично. Отлично. Блин, опять пулемет не понадобился. Я так надеялся сейчас кого-нибудь порешетить. Давайте хоть по машине постреляем. Счастье-то какое. Жаб, машина не взрывается. Интерактива ноль. Игра говно. Как у некоторых. Так. Что дальше? В принципе, похоже, все, ворота открылись. Мы идем дальше. ПМ. Блин, взять ПМ или с микроузи остаться. Пока пусть все остается так, как есть. Тихо. Ох, твою мать. Так, что-то у нас по времени-то. Давайте-ка, в принципе, знаете, мы в эти подземелья пойдем в следующей серии. Пока что более-менее спокойно прекратим серию. Могу сказать, что я просто, блин, несказанно рад. Я какой-то в диком восторге, так соскучился по этой игре за месяц, что с большой радостью ее прохожу, и она мне натурально поднимает настроение. Как бы там ни было, увидимся в следующей серии. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.